Здравствуйте, друзья! Хочу показать вам глоксинии, какие у меня на сегодняшний день есть. Вот королева Майя, ну красавица! Красавица! Многие стоят опыленные, завязываются. Вот это вот новиночка, еще не цвела. Тоже видите, какая вытянутая. Сейчас отцветет. Жду ее уже цветения. Тогда буду. Так, импресс white. Вот она, красавица, тоже опыленная. Буду ждать, что получится. Фиона. Многие стоят на бутонах. Многие уже отцветают. Вот, красавица. Тоже вот опыленные стоят. Много стоит, укореняется. Не обращайте внимания, балкон тут, ремонт у нас идет. В общем, муж сказал, воспользовалась ситуацией. Вот, так что, чтобы ничего не натягивать, просто скрепочками повтыкала. И мне хорошо, и мужа пока не дергаю с ремонтом. Вот все листочки, тут детки, вот укореняются. Вот здесь стоят это сеянцы первогодки, жду ихнего цветения. Здесь и мое опыление, и покупала семена. Разные есть тоже, много цветов. Многим все равно не хватает солнышка, хоть и стоят около окна. Но буду потом после цветения все приводить в порядок. И здесь вот еще цветочки. В общем, все, как только начнет зацветать, буду потихоньку выставлять. Пробовать снимать видео. Хоть по-маленькому, но показать красоту цветения. И фотографии в группах. Что, пожалуйста, подписывайтесь, кому интересно. Может, кто-то поделится своим опытом. Поэтому буду рада всем. Спасибо за внимание.